Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы рассмотрим фигурку парня тишины от компании NECA по игре BioShock Infinite. Необычный шлем с раструбами ушей и прикрытым отверстием для рта сразу приковывает взгляд. Он прекрасен в своем уродстве. С помощью замка шлем закреплен на голове несчастного. Костюм — это школьная униформа, которая явно ему мала. Шею прикрывает воротник с бантом. Под пиджаком заметна белая рубашка. На одежде и руках пятна грязи. С гигиеной у ребят проблема. На ногах шорты, чулки и шнурованные тяжелые штиблеты. Парням тишины в раннем детстве промыли мозги. Проводили эксперименты, в результате которых те стали обладать сверхъестественными способностями. Сродни тем, что были у Элизабет, которые в сочетании с идеальным слухом позволили создать лучших в мире охранников. Артикуляция. Подвижна голова, правда, есть ограничения из-за дизайна шлема. Ротовая заглушка может быть открыта. Руки подвижны в плечах. Сгибаются и вращаются в локтях и кистях. Артикуляция в поясе. Ноги поднимаются и разводятся в стороны. В колене имеется сгиб и вращение. Ступни подвижны. Фигурка выглядит весьма аутентично. Соблюдены пропорции, покраска радует глаз. Пожалуй, это одна из наиболее необычных фигурок от NECA, которая может оказаться в вашей коллекции. Нелепый, конечно, злодей, но жутковатый. Спасибо за внимание. А ну свали в туман, колокольчик! Пришло время хороших парней. Здоровки, чуваки! Не признали? Ну а так, в каком месте Хью Джекман? Вот ушлепок! Одной левой, детка! Не хотел я тебе ставить ногу на грудь. Hasta la vista, чебуратор! До следующей встречи, ребятки! Не скучайте!